Я вас приветствую на второй части вязания полосатого жилетика. Итак, мы начинаем вязать резинку. Снова берем спицы 3,5. Снова оставляем ниточку около метра. Начинаем не с края, для того, чтобы сшить потом боковые части. И набираем на одну спицу 2 первые петли. Еще раз вам повторюсь, для того, чтобы не растягивался край. Берем вторую спицу и продолжаем набирать, как и в первой части для переда, 60 петель. 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Продолжаете, набираете 60 петель. После того, как вы набрали 60 петель, вытаскиваем одну спицу, только смотрите не на той, на которой мы набирали 2 первые петли. И снова, как и в первой части, формируем резинку 1 на 1. Первая кромочная, вторая изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так продолжаете до конца ряда формировать резинку 1 на 1, чередуя лицевые и изнаночные петли. Я сейчас не буду повторяться и занимать, как говорится, время видео. Я вам скажу так. Открываете первую часть, первое видео, и провязываете все абсолютно точно так же, как и в первой части, до начала проймы. То есть вы чередуете, как и впереди, провязываете 7 сантиметров резинки 1 на 1. Можете даже посчитать количество рядов, чтобы было, ну, как бы совместимо, красивенько, аккуратненько, одинаково. Затем провязываете 10 рядов одного цвета, 10 рядов второго цвета и 10 рядов третьего цвета до начала проймы. То есть 3 полоски провязываете и резинку. Если у вас однотонная безрукавка, не полосатая, то просчитываете количество рядов, либо измеряете в сантиметрах. Более точнее будет в количестве рядов. То есть вы тогда не ошибетесь, и не будет у вас разные части переда и спинки. Они у вас должны, вот эта часть от резинки до проймы, быть одинаковыми. Затем я покажу вам, как снова убавить петли. И мы продолжим с вами вязать дальше спинки. Вот я довязала до того момента, когда нам нужно по бокам убрать для проймы по 6 петель. Обратите внимание, первая петля, то есть последняя в предыдущем ряду, когда меняется цвет, я провязала последнюю кромочную другим цветом уже, то есть на которой мы поменяли. Вспомните, мы так делали и в первой части для того, чтобы сейчас у нас не было смещения цвета. Итак, мы снимаем первую, провязываем вторую лицевой и делаем протяжку сверху. Это мы убавили одну. Теперь вторая, снова лицевой протяжка, и третья лицевая протяжка. Вот мы убавили 3 первых петли сбоку. И до конца ряда провязываем лицевыми без изменения. Кромочную провязали изнаночной и перевернули. Первую снимаете, вторую изнаночной протяжку. Вторую изнаночной, вторую протяжку. Третью изнаночной, третью протяжку. И так снова вяжем изнаночными без изменения до конца ряда, до начала следующего ряда убавления. Теперь снова перевернули. И делаем 2 убавления. Первую снимаем, вторую лицевой протяжкой. Снова лицевая, вторая протяжка. Всего мы убавили 5 петель. Продолжаем до конца ряда провязывать дальше лицевые петли до следующего убавления. Конец ряда провязан лицевой. Снова переворачиваете и первую снимаете, вторую изнаночную, делаете протяжку. Теперь третью изнаночную делаете протяжку. Все, 2 убавления у нас снова закончено. Вяжете без изменения
до конца ряда изнаночными до следующей последней убавки. И наконец мы дошли до последней убавочки. Первую снимаете, вторую провязываете лицевой и делаете протяжку. На второй стороне, когда вы перевернете на изнаночную сторону, довязав вот этот лицевой ряд, делаете все как обычно. Первую снимаете, вторую изнаночной делаете протяжку, так до конца ряда. Теперь смотрите, после того, как вы сделаете последние все убавления, протяжки, в общем, после того, как вы закончите, просто продолжаете вязать лицевой гладью. До, получается, вы провяжете сейчас голубой цвет, за ним идет желтый цвет и бежевый цвет. То есть вам нужно провязать, получается, довязать этот цвет и две вот такие полоски. Если у вас однотонный, вам нужно просчитать приблизительно, вот если взять перед, у вас должно быть расстояние вот до вот этой полосочки, до нашей. Ну, то есть, приблизительно должно остаться рядов 12 до конца. То есть, вяжете дальше после проймы, вяжете дальше 3 полосы. Ну, расстояние 3 полос, то есть, это где-то 12 сантиметров. Мы с вами считали, каждая полоса 4 сантиметра. И у вас должно остаться вот такое расстояние. То есть, либо если вы вяжете полоску, то после того, как вы провяжете вот эту последнюю полосу коричневую, предпоследнюю, так скажем, до конца вязания, вам нужно будет поменять снова цвет на голубой, либо там какой у вас. И на этом мы с вами продолжим. Вот я довязала все наши полоски, которые у нас должны быть провязаны, и поменяла цвет нити. Теперь этим цветом нам нужно провязать 2 ряда, то есть ряд лицевой до конца и ряд изнанки тоже до конца. Вот таким обычным нашим способом. Мы провязали 2 ряда другим цветом, и я перехожу на более короткие спицы. Мне не очень удобно, ну, я хочу вам показать. Сейчас мы будем уже переходить к нашей горловинки только на спинке, то есть мы немножечко будем убавлять на спине петель для того, чтобы у нас при обработке горловины не было, ну, не топорщилось сзади, не было такое как бы оттянутое, так сказать, назад. И нам понадобится небольшой кусочек ниточки снова для того, чтобы найти серединку. Так как у нас также 48 петель, как и спереди было, то мы 24 делим по 24 с каждой стороны, получается. Итак, считаем. 1, 2, 3. Лицевой продолжаете тем же цветом. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 довязали, не добавляете 24, не провязываете вот так вот ее. Снимите и, получается, проденьте ниточку между спицами, но 24 с первой нашей спицы не провязываете. Вот так. Переоденьте ее назад. Верните ее на спицу. И теперь переверните вот эту, которую вы вернули на спицу, вот так, чтобы она смотрела, получается, в левую сторону. Вот я вам сейчас подвижу, покажу. Вот она у нас была вот так, а вы ее... Вот так вот она была у нас, вот таким вот повернутым бабушкиным способом. А вы ее переоденьте вот так вот. Теперь смотрите, не провязывая нить вот здесь вот перед спицами, перед работой. И теперь уже снимаете вот так. Переворачиваете. И
Так вот, ниточку нашу придерживаете, чтобы она не спала. Нам нужно знать, что это серединка. Если вам удобно и без нее, то можете мне ничего как бы не делать. Смотрите, снимаете две на правую спицу и делаете протяжку. То есть наш обычный способ протяжек. Мы закрыли одну петлю таким образом с помощью протяжки. Нам нужно закрыть 6. Итак, продолжаем изнаночную. Протяжка. Это 2. Изнаночная. Протяжка. Это 3. Изнаночная. Протяжка. Это 4. И изнаночная. Протяжка. 5. Изнаночная. Протяжка. Мы закрыли 6 петелек. Теперь нам до конца ряда этого нужно довязать изнаночные петли. И с другой стороны, после того, как вы перевернете, довязать до последних двух на лицевой стороне. Вот, мы не довязали последние две. Довязываете предпоследнюю лицевой нить перед работой и просто снимаете последнюю. То есть, смотрите, левую часть вы абсолютно не трогаете. Мы ее будем делать отдельно. Теперь переворачиваете на изнаночную сторону, снимаете 2 петли со спицы на правую и делаете протяжку с первую на вторую. Таким образом мы закрыли одну петелечку. Нам нужно с этой стороны закрыть 4, то есть еще закрываем 3. Изнаночная протяжка, это уже 2, изнаночная протяжка 3, изнаночная протяжка 4. Мы закрыли 4 петельки. До конца этого ряда довязываете изнаночные и до последних двух петель середины со следующей стороны довязываете лицевые и оставляете 2 предпоследние. Я вам покажу, как снова мы будем убавлять. Вот мы провязали все лицевые, оставили 2 последнюю. Предпоследнюю провязываете лицевой нить перед работой и петельку последнюю просто переодеваете на вторую спицу. Переворачиваете. Теперь снимаете 2 петли и делаете протяжку. Это мы, получается, убавили одну. Нам нужно убавить 2. То есть мы еще делаем изнаночную и протяжку. Все, до конца ряда довяжите изнаночные петли. Мы, получается, убавили уже один раз 6 петель, второй раз 4 петли и третий раз мы убавили 2 петли. То есть всего мы убавили 12 петелечек вот таким вот образом, полукругом. Теперь мы провязали, получается, вот этого цвета 2, 4, 6, 8 рядочков. Вот 8 рядочков. Нам предыдущим, как вы помните, переди, мы провязали 12 рядочков этого цвета. То есть вам, не прибавляя и не убавляя, нужно провязать еще 4 рядочка. То есть 12 рядочков минус 8, это еще 4 рядочка. Вот вы провязали вместе со мной 4 ряда. У вас должно, еще раз повторю, здесь быть 12 рядочков. Посчитайте, должно быть все правильно. Теперь ниточку вы эту обрезаете и вот так вот и оставляете небольшой кончик для заправки. Теперь же нам нужно переодеть с этой спицы на дополнительную ниточку либо другую спицу и будем переходить на обработку левой части. Вот я переодела на дополнительную спицу. Обратите внимание, что петли остались открытые, и их ровно 12 штук петелечек, так как и с передней части. То есть мы спереди оставляли по 12 петель, и сзади мы точно так же должны оставить по 12 петель. Сейчас мы приступаем к сокращению на второй половинки. Возьмите крючок и присоедините здесь вот посерединке между нашими
в общем, посерединке между нашими спицами и где деление петель было, просто таким полуузелком ниточку прикрепите. И теперь что мы делаем? Мы берем, снимаем первую петельку, просто снимаем, вторую провязываем лицевой и делаем протяжку. И точно так же мы, получается, убавляли с той стороны 6 петель, с этой стороны мы точно так же должны 6 петелечек убавить. Но вот я сейчас, смотрите, я убавила, но поверните петелечку вот такой вот другой стороной. Смотрите, чтобы петли, в общем, у вас лежали аккуратненько. То есть я сделала одну протяжку, вторая протяжка, третья протяжка, четвертая протяжка, пятая протяжка и шестая протяжка. Мы убавили 6 петелек таким образом. И теперь мы до конца лицевого ряда вяжем лицевые петли. И с изнаночной стороны до последней петли мы вяжем изнаночными. Мы провязали до конца изнаночного ряда, кроме последней. Теперь нить перед работой просто снимаете ее. Переворачиваете на лицевую сторону и переодеваете две первые петельки, снятую и первую лицевую, на правую спицу и делаете протяжку. Мы убавили одну, нам нужно убавить 4. То есть 2 убавили уже получается. Третья протяжка убавили, четвертая протяжка убавили. И снова до конца лицевого ряда вяжем лицевыми. И не довязывая на изнаночном ряду последнюю петлю, вяжите изнаночными. И снова не довязав одну последнюю изнаночную, мы нить перед работой оставляем и снимаем. Теперь снова с этой стороны мы должны убавить 2 петли, то есть мы сейчас снова снимаем 2 первые петли со спицы, делаем протяжку и еще одну лицевой и протяжку. Все, мы убавили. И у нас на спице осталось 12 петель. То есть проверяйте 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, у меня осталось 12 петель, я думаю, у вас тоже должно остаться. И точно так же, как и с правой стороны, мы считаем, что у нас здесь 2, 4, 6, 7 провязано рядов зеленым, ну, там, бирюзовым нашим или каким-то, в общем, вот этим синим цветом. Провязано 7 рядов. Нам нужно, чтобы было 12 рядов, то есть еще 5 рядов. Мы провязываем лицевой гладью. Когда провяжете, снова оставляете открытые петли и обрезаете кончик нашей ниточки. Вот что у меня в итоге получилось. Две одинаковые стороны. И вот наша спинка готова. Смотрите, мы связали высоту, вот резиночку, высоту проймы. У вас должно от начала лицевой стороны, в общем, нашего лица переда, и до конца быть 34 сантиметра. Точно так же и на спинке у вас должно быть 34 сантиметра от начала резинки до конца наших вот этих вот петелечек открытых. Петли оставляете открытыми. Если у вас здесь получились неровности, какие-то петелечки кривые, в общем, не переживайте. Мы сейчас будем все обрабатывать. Сначала мы обработаем наши плечевые швы, затем боковые швы, мы сошьем нашу жилеточку. И потом приступим к обработке наших кроем рукавов и горловинки. Наша спинка связана. Встретимся с вами в третьей части.